И попал. Стыц, пердыц, промах. Наши шансы возрастает. Причем, вот понимаете, так раз и попал в этого клопа. А в меня тоже попали. В расчете. Чувствую, что противника есть свой агент в моем штабе. Ну как эту крысу вычислить? Что самое интересное, вычислять вот в наше время никого не надо. Потому что какой-то козёл говорит, что Россия хочет напасть. Собрала на границе. С Украиной от 100 до 120 тысяч. Ай, пушечного мяса. И при этом, на минуточку, задумайтесь, весь мир заявляет, а в Украине всего 246 тысяч военнослужащих. Так его сразу расстреливать надо. Что это за хрень? Вообще непонятно.
радости особой нет.